связанные с заказом. Во-первых, тут есть такой подход. Во-первых, заказчик совершенно не обязательно знать, сколько у меня там багов, какие они, в общем, это как бы это уже мои дела. Вот. Но заказчик, вот Денис дал совершенно правильный вопрос. Что нужно делать для того, чтобы сделать демонстрацию начальству? Ну, во-первых, так как мы сделали красиво первую итерацию, мы немножко так поднапрялись, в общем-то, сделали, а вторую отдали индусам, но уже, в общем, нормально. Вот. Поэтому что нужно сделать, Денис? Нужно, вот я предлагаю исключить одну из задач. Задачу, когда значит, нам нужно сделать strong password. И я оставлю strong password на будущее, а пока просто будут вводить обыкновенный самый там текстовый паспорт, какой захотят. Мы не будем проверять, strong это паспорт или нет. Это позволит нам сэкономить 16 часов работы, это практически ну, два рабочих дня для нормального разработчика, для Дениса это 4. Вот. И за это время он починит все баги, которые у нас остались в другой задаче. Вот. Тогда мы эти часы используем для того, чтобы починить баги там, где мы делаем изменения в корзине, пользовательской корзине. И, как вы видите, она значит, уже сделана, только на 50% протестирована. Тестер это дотестирует, потому что, опять же, ему не нужно тестировать strong password. И, в принципе, демонстрация может, в общем-то, можем как-то так вовремя успеть, не поднапрячься. Я предлагаю посмотреть еще раз на документ Vision и посмотреть на Product Backlog. Какая была задана там, собственно говоря, какой был stack rate у этих... Ну, можно даже на Iteration Backlog посмотреть. Вот. Или Product Backlog есть, да? Product Backlog, да. Вот. Хорошо. Так, значит, у нас Customer should able... Так, should card. Вот у нас Strong Password. Вот, значит, strong password у нас было 3 story points, и stack rank у нас был 8. Вот, а item за вредательный shopping cart у нас был 9. Это, в общем-то, не так далеко ушло тоже. Но зато update shopping cart у нас было, значит, 12 story points, то есть это серьезная задача, и она, в общем-то, отвечает к цели и духу этой итерации. Я понял. Дмитрий, тогда мы делаем следующим образом. Я повышаю приоритет вот этой истории. Она у нас становится 6, более приоритетно, нежели should remove item, да, тем более, что она у вас уже подходит к завершению. И сейчас уделить все внимание непосредственно ей, а эту перевести в следующую итерацию.